С 1 по 3 ноября в преддверии финала конкурсной серии «Максима Мастерс» спортсмены приехали в «Максима Парк», чтобы побороться за двойные баллы 15-го этапа серии, а параллельно принять участие в Кубке чемпионов и командном Кубке России по конкуру. Курс-дизайнер Ольга Фадеева приготовила участникам 24 маршрута различной сложности. А судить турнир приехал судья всероссийской категории из Приморского края Сергей Карачевский. На данный момент я сегодня здесь главный судья соревнований. Меня пригласили на этот этап очередной. Я прилетел несколько дней назад из Приморского края, с Владивостока. Ну, так вот получилось, что живу на несколько регионов. От самых дальних Тихоокеанских берегов до наших Балтийских. Ну и в том числе здесь, в Московском регионе. Поэтому сегодня с нами здесь в Maxima Stables. Лидерство в бронзовом туре захватила представительница школы верховой езды «Парадайз» Олеся Лукина на кобыле по кличке «Леди ТДЕ». Сегодня я выступала на двух своих лошадях, это «Леди» и «Донна». «Леди» очень мягкая и добрая по характеру, а «Донна» более активная и пульсивная, и с ней более сложно справиться. В серебряном туре победу и шанс сразиться с сильнейшими в финале заполучила спортсменка, представлявшая конный комплекс ЦСКА, Софья Лукина. Маршрут стоял достаточно сложный, разные хорошие связки, по высоте тоже все достаточно ровно стояло. Основной маршрут сложился благополучно как для меня, так и для лошади, вот. Но так как уже третий день, и к перепрыжке она подустала немного, поэтому вот один мой повал, второй, в принципе, тоже мой. Настоящую коллекцию наград в эти выходные собрал мастер спорта Андрей Лысенко. В Кубке чемпионов ему покорились два маршрута. В командном Кубке России всадник стал победителем сразу в трех маршрутах. В 15-м этапе серии «Максима Мастерс» он стал лидером золотого тура, одержав безоговорочную победу на жеребце по кличке Априори. Помимо личных успехов, Андрей Лысенко праздновал победу и в командном первенстве. Сборная Московской области в составе Натальи Кургузовой, Андрея Лысенко и Артема Иншакова совместными усилиями добыла золото командного Кубка России по конкуру. Могу сегодня сказать, что мои лошади проявили себя очень хорошо, достойно, отпрыгали, в основном все лошади отпрыгали чисто, в маленьком маршруте был один повал. Но тем не менее, что хочу отметить, что, наверное, я готов к финалу, который состоится у нас на следующей неделе. Буду надеяться, что все сложится точно так же, потому что, конечно же, в финале это большой призовой фонд, и надеюсь, что я буду участвовать в розыгрыше. Поэтому классно. «Максима Мастерс» закончился личные этапы. Ждем, что будет в финале. Это будет горячий финал. Финал конкурсной серии «Максима Мастерс» начнется уже 8 ноября. Всадников ожидают интересные маршруты, острая борьба за солидные призовые, специальные подарки от спонсора «Equine Saddles», а зрители смогут насладиться красивым спортом. Приезжайте поддержать любимых спортсменов и смотрите лайв-трансляции на maximatv.ru. Будет интересно!